Вирусные видео. Только через мой труп. Корочка пиццы, договорились. Эй, нас предупреждали не драться. Все, нас спалили. Сиди там. Хозяин, кажется, наш потолок падает. Я уже четвертый час его держу. Придумай что-нибудь. Мне предстоит очень сложная задача. Потребуется очень много туалетной бумаги. А, ладно, возьму всю. Этот плед такой мягкий. Теперь, пожалуй, он будет мой. Привет. Не хотите дать мне немного рыбов? Господи, как же я хочу тебя побить. Но не буду. Ой, что-то вспотел, пока лежал. Меня не ищите, я в душ. Вот что я называю командная работа. Эй, черепашка! А, нет, это не черепашка. Мам, открой дверь! Не видишь? Взрослые разговаривают. Так, ребята, даю вам 3 секунды, чтобы вы поставили лайк. Время пошло. Ребята, проверяю переводчик языка на животных. И кажется, это работает. Чтобы попасть на стрим, переходи в мой профиль и жми сюда. Скачивай Bigo Live и ищи меня по нику. Жду тебя там. Опять жрете? И без нас? Ну, погодите еще. Что же вы со мной сделали? Моя месть будет сладка. Че пялишься? Заберите меня кто-нибудь. Ну, хотя бы подпишитесь на канал, что ли. Там на улице была не конфета. Прополощите мне рот. У нас куда-то пропали мячи для пинг-понга. Так, понятно. Вот ты крыса. Сам ты крыса. Подожди, мы оба крысы. Я тоже маленький и еще ребенок. Хоть здоровый и волосатый, но мне всего лишь 3 года. Ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста. Ты пошел на работу, а я хочу спать. Так, почему бы нам это не совместить? Эй, собака, говядину пробовала? Настала моя очередь. Время обеда. 3, 2, 1. Эй, спокойно. Нас снимают на видео. Эй, ребята, кто-нибудь, посмотрите. У меня там застряло что-то в зубах. Смотри, тут что-то есть. Где? Тут? Сейчас проверим. О, какой же я вкусный и сладкий котик. Сам бы себя съел. Почему мама меня отдала в балетную школу? Лучше бы с папой пошел на рыбалку. Знаешь, я понимаю, что это не игрушка, но так уж хочется поиграть. Ребята, кажется, мы изобрели новый вид спорта. Коток. Только попробуй. Ну, я предупреждал. Что же ты делаешь? Это же не твоя попа. Хозяин, я так и знал, мы живем в симуляции. Этот мячик не достать. Йоу, Джек, что с тобой стало? Ты до этого никогда не носил кепки. Выпустите меня. Я хочу есть, иначе я буду есть забор. Мы с тобой будем дружить, да? Мы с тобой будем дружить? Нет, не будем дружить, будем драться. Когда понял, что завтра в школу или на работу? Это твоя зарплата? Чё так мало? Почеши меня. Нет, не здесь. Вот здесь. Лапа чешется. Ты до сих пор на канал не подписан. Подпиши, что ты не хозяин квартиры. Не буду ничего подписывать. Что за шмель такой электрический? Он меня пугает, убирай. Это что за таркан такой? Все, телек надоел. Но чем бы заняться, не знаю. Вставай, зараза такая. Притворяешься? Не знаю почему, но от огурцов меня штырит. А, ты маленький, но ты сильный духом, покажи. Когда мы уже пойдем гулять? Надоели мультики. Мне подарили хлопушку, только что с ней делать, я не знаю. Great. Столько дел по дому. Ладно, сделаю завтра. У меня свои тренировки, и я их не пропускаю. Мам, я не пил, мне только дали попробовать. Как же мне нравится беговая дорожка, и пахнет свежо. Говорят, коты не поддаются дрессировке, а как вам это? Ну что, муж, пойдем уже. Это не твой мужчина, это мой мужчина. Ну что, брат, по рукам? По рукам. Слушай, неплохой супчик получается, наваристый. Я все равно сильнее, я все равно сильнее. Ну ладно, пойдем дальше. Джек, почему на тебе спит кот? Что? Какой кот? Нигде не вижу. Как выглядит максимальный уровень сложности для кота? Эй, давай подеремся. Ну, давай подеремся. Только лень вставать, давай лежа подеремся. Так, нажимаю на лайк. И еще подписка.